Давайте с вами посмотрим, для чего был вам дан мужчина. Ищем карту крест. Карта крест. И посмотрим, для чего же, для каких целей. Приходите за личным раскладом, девочки. Пишите. Карта крест. Для чего? Девчонки, чтобы уметь вычислять, выявлять хитропопость, да? Уметь ее выявлять, знать хитрых людей, уметь их вычислять. Для вашего спокойствия, для вашего роста, для того, чтобы вы внутренне чувствовали, знаете, открывать чуйку на таких людей.